В Музее космонавтики подготовили первую колею на Луне. Выставка посвящена юбилею академика Александра Кимурджана. Участник Курской битвы, ликвидатор Чернобыльской катастрофы, лауреат Ленинской премии в области науки и техники – все это один человек. Упоминание о нем можно найти даже на звездных картах. Его именем назван один из астероидов, а следы его работы до сих пор можно найти на Луне. Александр Кимурджан сконструировал шасси для первого советского лунохода. Это блок мотор колес. Главная составная часть самоходного автоматического шасси. Здесь же представлен макет первого в мире марсохода. В 70-е такое устройство называли проб, прибором оценки проходимости. Его конструктором также был академик Кимурджан. Представлены на выставке и личные вещи профессора. Фотографии семейного архива, чертежные инструменты и даже губная гармошка.